где граница между прошлым и настоящим, между застывшей на века хрупкой красотой и миражом раскаленной каменной пустыни. Ее нет, этой границы. А есть это чудо и тишина нетронутых человеком столь редких уж уголков природы. Южный Устюрт. Засыпанные временем колодцы, древние могильники и безлюдьи. Кем воздвигнуты эти стеллы? Чьей рукой нанесены волнующие тайной узоры? Время пролетело над ними, источив камень. 100, 200, 300 лет назад взгляд случайного человека видел все это. Неприветливое, безлюдное пространство. 223 тысячи гектаров устюртских пустынь объявлены заповедными, чтобы сохранить этот покой и редких животных, что населяют огромное пространство заповедника. Джейраны занесены в Красную книгу СССР. Их численность с трудом восстанавливается в заповедниках Казахстана. И сотни людей заняты проблемой сохранения этих животных. Здесь уникальную частицу природы хранит страшный для человека враг – безводье. Нет воды, нет людей. А животные приспособились. Для большой песчанки воды и не требуется. Ту малую долю, что нужна ей для жизни, песчанка получает вместе с кормом, питаясь веточками зеленых растений. А самые жаркие часы проводит в глубоких норах.
Только на южном Устюрте и живут эти муфлоны. Такого вида больше нет нигде на Земле. Уже это заставляет задуматься. Нет нигде на свете. В согласии с пустыней живут они извечной своей жизнью. Издалека прилетают на водопое и каменные воробьи. Они отличаются от городских окраской и утолщенным клювом. Свои гнезда воробьи устраивают в норках крутых обрывов, и такой клюв просто необходим при строительстве. Кеклики относятся к семейству фазанов, летают плохо, и в пустынях чаще всего можно встретить у воды. Часами движется стадо муфлонов водопою. И неторопливость их осознанна. Вода капает из-под тяжелых каменных плит, наполняя затаенный в чинках родник, известный только им. Хрупок и небеспределен такой источник жизни. И будто понимают это муфлоны. Так и идут под раскаленным солнцем, и не торопятся, не сшибают друг друга. Вот и рассуди. Может, поэтому и живут, и не гибнут эти единственные на свете, имея лишь лужицу воды на многие сотни километров.
пляж. Гепарды водились здесь и раньше. Может, покой этих мест и позвал их обратно из далеких пустыни Рана. Кажется, время здесь остановилось, живет прошлым. Из прошлого и эта маленькая легенда. Летела над широким и бурным Сарматским морем голубка. Летела к родным гнездовьям, но сильный ветер бросал ее обратно в пучину. И вот уже не осталось сил, и не слушались крылья. А ветер и волны все забавлялись, играя, пока не погубили ее. Рассердились боги. И за кротость голубки, за любовь ее к родине, осушили море Сарматское и сделали путь перелетный короче. Поэтому и называют чинки обрыва Устюрта ожерельем голубки. Здесь было море. Оно ушло в берега Каспийский, подарив нам этот удивительный край застывших в камне сарматских волн.